Одной из центральных тем на Петербургском экономическом форуме станут также общие проекты России и Латинской Америки. Как сообщил сегодня Сергей Лавров, партнерству с американскими коллегами впервые посвятят отдельную секцию. По словам министра, сейчас есть и возможность, и необходимость углубить уже налаженные годами торговые связи. Для Москвы это прежде всего поставки сырья и сельхозтоваров. Интерес наш к этому региону носит последовательный, долгосрочный характер. Мы выступаем за сильную, политически сплоченную, экономически устойчивую Латинскую Америку. Россия не рассматривает регион через призму геополитического противостояния с кем-либо. В этом не заинтересованы ни мы, ни наши латиноамериканские партнеры. Укрепление со странами региона взаимовыгодных отношений во всех областях имеет для нас самоценное значение. Как добавил Сергей Лавров, совместные с Латинской Америкой проекты планируют открыть во многих сферах.